1973 год ознаменовал собой начало истории успеха, типичной для региона Ольденбург-Мюнстерланд. И этого успеха Эрих Шталькамп добился самостоятельно, благодаря полученному образованию в сфере машиностроения, в регионе, в котором постоянно росло значение сельского хозяйства. В то время залогом успеха являлись качество, долговечность и надежность изделий из высококачественной стали. Однако это ценится и сейчас. С 1973 года компания сильно изменилась, но некоторые аспекты остались прежними. Вся деятельность компании находится под влиянием духа основателя и связанного с ним стремления к инновациям. На сегодняшний день в компании работает множество специалистов, которые проектируют, разрабатывают и производят как отдельные изделия, так и комплексные системы. Наш ассортимент продукции в основном охватывает отрасли насосной и смесительной техники, изготовление резервуаров из высококачественной стали, а также компонентов для животноводческих хозяйств. Нашими клиентами являются предприятия сельского хозяйства, предприятия по производству продуктов питания и биогаза, а также города и общины по всему миру. В основе нашей деятельности по сей день лежит идея «вызов». И мы находим соответствующие решения, пусть уже не за чертежной доской, а на современных системах CAD и FEM. Наши конструкторы работают на самом современном оборудовании с программами CAD, готовят эскизы, проводят испытания и конструируют заново, пока решение не будет соответствовать нашему внутреннему уровню совершенства. Затем следует фаза производства, в ходе которой используются всевозможные современные машины. Это необходимо для обеспечения высокого качества собственного изготовления наших изделий или компонентов. Таким образом, относительно других, мы работаем эффективнее, быстрее и с большим контролем. На нашем главном заводе производится большинство компонентов для будущих изделий. Здесь осуществляются работы по штамповке, фрезеровке, окантовке, обработке лазером и сварке. Несмотря на современное оборудование, мы придерживаемся давних традиций в отношении качества и надежности. И этому мы учим также наших учеников. Обрабатывать металл вручную, с использованием простейших инструментов, стараться чувствовать материал и черпать из этого новые идеи. После производства отдельные компоненты подвергаются контролю качества. Самые современные измерительные установки заботятся о том, чтобы заданные величины соблюдались на все 100%. Затем все компоненты устанавливаются или хранятся на нашем полностью автоматизированном многоярусном складе. Кроме того, в различных установках по окраске соответствующие компоненты лакируются или окрашиваются порошковым напылением в зависимости от пожелания заказчика. И, наконец, на этапе монтажа все компоненты собираются в единое целое. Например, наши двигатели, используемые в наших насосах, мешалках и конвейерах. Мы также собираем для наших заказчиков узлы для оборудования, к которым относятся конвейеры для яиц, помета и корма. Наши насосы и мешалки изготавливаются на нашем втором заводе. Преимущественно эти изделия используются в сельском хозяйстве и отрасли по производству биогаза. Однако здесь не только выполняется монтаж соответствующих двигателей. Перед эксплуатацией каждый двигатель проходит проверку на большом испытательном стенде. Но мы не только производим насосы и мешалки, мы их также ремонтируем. Наш отдел технического обслуживания осуществляет проверку и ремонт неисправных насосов и мешалок. При этом мы всегда ориентируемся на потребности наших заказчиков, и отремонтированные компоненты выглядят как новые. Другая сфера нашей деятельности – изготовление резервуаров – также осуществляется на втором заводе. В основном мы производим резервуары из высококачественной стали, что обеспечивает быстроту и экономическую эффективность их производства. Кроме того, резервуары из высококачественной стали отличаются гораздо более продолжительным сроком службы, чем аналогичные резервуары из других материалов.
Все готовые узлы и компоненты следуют в отдел отгрузки, откуда они отправятся в места своего назначения по всему миру. Высококачественная сталь и другие. Идеи компании «Штальком» по всему миру.